Султанша, ваша карета готова. После обеда вы отправитесь в путь. Значит, время пришло. Вас помиловали, а это главное. Все остальное наладится со временем. Может, на это потребуются года, но все наладится. Дай Аллах, Нарин. Придет день, и повелитель увидит меня в улыбке Ахмета. Или же в слезах Ханзаде. Он увидит мой след. Захочет видеть рядом с собой. Вот тогда я начну снова. Снова жить. Только тогда. Силах Тарага, с вами все в порядке? В порядке, Хусейн. В порядке. А ты почему пришел? Ваш отец, он хочет с вами встретиться. Он очень настаивает. Моя главная Хасики Айши Султан — предательница, которая предала мое государство и мою религию. Как и всех предателей, ее ожидает одно наказание — казнь. Как только она выйдет из столицы, в первом же остановочном пункте она должна быть казнена. Почему ты пришла? Полюбоваться своим творением? Вот смотри. По твоей вине я все потеряла. Мурата, своих детей. Я не могу больше их видеть. Не вини никого. Столько невинных жизней ты отняла. Значит, это и есть расплата. А как же мои дети? Что будет с ними? Ахмед, Ханзаде, Акая еще совсем ребенок. Она будет расти без матери. Может, так для них будет лучше? Ты бы испортила их жизни, как и свою. Поверь, вдалеке от тебя они будут счастливее. Не смей. Жаль. Жаль, что я не убила тебя. Но не думай, что ты спасена. Наступит день, и я вернусь назад. Вот тогда я верну все. Все, что ты у меня отняла. Все. Этот день никогда не наступит. Ты никогда не сможешь вернуться назад в этот дворец. Потому что повелитель подписал твой смертный приговор. Какой приговор? Что это значит? Ты врешь. Мурат не может меня убить. Он меня просто отправит в ссылку. Я тоже так думала. Но правда оказалась другой. Я своими глазами видела приказ, который он отдал Силахтару. Как только ты выйдешь из Стамбула, тебя сразу же казнят.
Силахтар! Султанша? Что вы здесь делаете? Возвращайте свои покои. Правда ли это, Силахтар? Повелитель приказал меня казнить? И ты меня лично казнишь? Так? Чего? Вы с чего это взяли? Это Фария сказала мне. Она своими глазами видела смертный приговор. Это правда? Тебе приказали меня казнить? Нет, султанша, я таких приказов не получал. По поводу вас уже решено. Вас вышлют из дворца. Раз так, почему ты избегаешь моего взгляда? Почему не говоришь мне, что такое невозможно, что повелитель бы никогда такого не сделал? Почему ты смотришь на меня с жалостью? Это правда, да? Повелитель казнит мать своих детей? Нет, султанша. Султанша, почему вы так поступаете? Вам запрещено покидать свои покои. Не дай Аллах, повелитель услышит об этом. Какая теперь разница, Лализар? Все уже случилось. Перед уходом я хочу увидеть своих детей. Конечно. Валиде и так это разрешила. Возвращайтесь в свои покои. Я этим займусь. Лализар Калфа, не оставляйте султаншу одну. Ни за что. Ни на минуту не оставляйте, ни на минуту. Ханзаде, Ахмед. Мамочка. Мои дорогие. А где мой младенец? С кормилицей, султанша. Время кормления. Я вам ее позже принесу. Я хочу остаться с моими детьми наедине. Султанша. Последний раз. Позвольте. Прошу. Прошу, оставьте нас. Мой Ахмед.
Уезжай, мама! Не бросай нас, прошу! Я поговорю с папой и не позволю тебе уехать. Тише, не плачьте. Никаких слез. Я вас не брошу. Мы никогда не расстанемся. Я заберу вас с собой. Мы уедем вместе? А какая она, Амасья мама? Красивая? Очень красивая. Амасья будет нашим раем. Облака окутают нас. Солнышко будет греть. Мой Шахзаде будет кататься верхом на коне. И даже ветер за ним не будет поспевать. Я буду плести из садовых цветов красивые веночки для моей султанши. Будем каждое утро просыпаться под запахи роз, гиацинтов, лилий. Вечером будем засыпать, глядя на звездное небо. Все наши печали и горе останутся позади. Счастье, которое мы не нашли в этом дворце, мы найдем там. Все будет хорошо. Все. А папа с нами пойдет? Повелитель, Валиду Султана во дворцовом саду. Если желаете, я ее позову. Не нужно, я иду проведать детей. Извините, но султанша и шехзаде в покоях Айше Султан. Валида Султан позволила им увидеться с матерью до ее отъезда. Мама! Ханзаде, говори, дочка. Я хочу спать. Спи, мой ангелочек. И ты, мой Ахмед. Мой храбрый Шахзаде. Мой сынок, Ахмед. Моя Ханзаде. Ханзаде.
мой Ахмед. Смерть без устали идет за мной по пятам. Отдались хоть ненадолго, смерть. Позже вернешься вновь. Мурат. Однажды ты заберешь меня навеки вечные. Валиде, что вы наделали? А пока уйди, позже вернешься вновь. Однажды ты заберешь меня навеки вечные. А пока уйди, позже вернешься вновь. В погоне жизнью я проиграл. Мир обманчив. Я не сразу это понял. Мало побыл я с близкими своими. Мой Ахмед. Ахмед, сынок. Сынок. Отдались хоть недолго, смерть. Позже вернешься вновь. Ханзаде. Мало побыл я с близкими своими. Отдались хоть недолго, смерть. Позже вернешься вновь. Ты был моим раем на земле, Мурат. Впервые тебя увидев, я сначала влюбилась в твою внешность, позже в твою душу. То, что, несмотря на столько бед, ты не растерял милосердие свое. Я видела раны, что ты от всех скрывал. Я слышала то, что ты не говорил. Покой, благополучие, любовь. Все, что ты потерял, я подарила тебе вновь. Я подарила тебе детей. При рождении каждого мы радовались вместе. Ведь это были наши кровь и плоть. Однако, нашу любовь ты предал. Фарья, после ее прихода ты про нас забыл, будто нас и не было. Ты отказался от нас. Теперь я забираю у тебя все, что я тебе дала. Свое сердце, свою душу и детей. Детей я забираю с собой. Я не сделаю их жертвой твоего гнева. Ведь я знаю, что придет день, когда ты казнишь всех, всех, кого любишь. Всех. Однажды ты заберешь меня навеки вечные. Отдались хоть ненадолго, смерть. Позже вернешься вновь. В погоне жизнью я проиграл. Мир обманчив. Я не сразу это понял. Мало побыл я с близкими своими. Отдались хоть ненадолго, смерть. Позже вернешься вновь. Мало побыл я с близкими своими. Отдались хоть ненадолго, смерть. Позже вернешься вновь. Черные тучи сгущаются над нами. И сладкий щербет не вернет счастья прошлого.
Я бегу от тебя, а ты снова меня находишь. Отдались хоть ненадолго смерть, позже вернешься вновь. Я бегу от тебя, а ты снова меня находишь. Отдались хоть ненадолго смерть, позже вернешься вновь.